Момент резонансной аварии в Ильгарце попал и на видеорегистратор лесовоза. Это видео окончательно закроет все вопросы. Кто нарушал правила дорожного движения и как так вышло, что груженная бревнами машина упала на легковушку? Напомним, страшная авария произошла в минувшие выходные на автодороге Вятка. В результате под Большегрузом оказались заблокированы 3 человека – семейная пара и их 6-летний ребенок. Представить положительный исход в такой ситуации практически невозможно. От машины, в которой находились пассажиры, почти ничего не осталось. Но случилось чудо. Семья выжила.